Здравствуйте, дорогие друзья! И снова вы на моем канале. Меня зовут Елена. Спасибо всем за ваши комментарии под видео. Сегодня я вам хочу показать, как сделать из бутылок антуриум по вашим просьбам. Что нам для этого нужно? Из листка тетрадки сделаем вот такие заготовки. Вырежем шириной 8 сантиметров на весь лист заготовочку и 7 сантиметров шириной по всей длине. Будем из этой детали делать лист. Один и второй. Один большой, один поменьше. Длина листика будет 13 сантиметров. Второй листик будет 10,5 сантиметров. На цветочек вырежем прямоугольник 12 сантиметров длиной, 7,5 сантиметров шириной. Сам цветочек у нас будет 8 сантиметров. Дальше что будем делать? Сворачиваем все листочки пополам и рисуем листики. Это у нас будет большой листочек. Оставляем ножку 5 миллиметров. Нарисовали. Второй листочек. Также. Ножку оставляем 5 миллиметров. Рисуем цветок по всей ширине. Оставляем ножку. Все это вырежем. Обрисуем на картонке. И также вырежем. Вот у нас будет большой листочек. Вот у нас будет маленький листочек. Вот он у нас будет цветочек. Я уже все вам вырезала. Чтобы не тратить время, вырезать не буду. Так, что будем делать дальше? Возьмем эту заготовку, положим на прозрачную бутылку и вырежем. Вот я вам вырезала. Ножку сворачиваем пополам. Вот до этой части. Сложили. Сам листочек выгнем пополам в другую сторону. Выгнули. Теперь нам нужно сделать прожилки. Будем стараться прожилки делать. Сантиметр отступим от ножки и будем делать полукругом их по цветочку. Будем выгибать. В одну сторону
Потом в другую будем выгибать. Полукругом. С одной стороны выгнули, выгибаем в другую сторону. Вот что у нас получится. Теперь этот цветочек нужно будет обжечь. Берем зажигалочку и начинаем обжигать краешки. Вот эту сторону сюда выгнем. Вот что получится. Саму ножку выгнем вот так. И снизу обожжем ее, чтобы она была потоньше. Вот такой листик получится. Можно выгнуть носик у листочка. Вот так. Теперь этот листочек нужно покрасить. Возьмем краску акрил глянцевый, краска акриловая художественная рубиновая. Возьмем кисточку и будем красить. Красим по прожилкам. Кисточка будет оставлять свои следы и будет получаться направление. Прожилок. Красим с одной стороны, потом перевернем наш цветочек и будем красить с другой стороны. Вот что получится. Ножку покрасим зеленой краской и дадим высохнуть. Красим. Высох наш цветочек. Берем другую краску. Краска акриловая, золотая. Акрил глянцевый. Также берем кисточку и проходимся золотой краской. Прошлись. Снова берем красную краску
и сверху золотой краски проходимся еще раз. Но уже не толстым слоем. Слой потоньше. Вот что у нас будет получаться. Краска высохнет, даст прожилки. Вот так. Красим. Нагреем шило на газу и проделаем дырочку. Дальше. Обвели листочки. Также на бутылке сделали длинные ножки из бутылки. Ножку свернули пополам, сам листочек свернули пополам. Также сделаем прожилочки. Тоже постараемся немножко полукругом их сделать. В одну сторону и в другую. Вот что получилось. Так же, как наш цветочек. Обожжем листики. Ножку сгибом вниз также сгибаем, чтобы она была вот в таком положении. И также немножко ее обожжем, чтобы она была устойчивее и крепче. Вот что получится. Если будете на дачу делать цветы, красьте автомобильной эмалью из баллончика. Я крашу акриловыми красками. Эти краски на даче выцветут, облезут. Вот получился у нас маленький листочек и большой листик. Я покрасила, чтобы показать вам, что было видно лучше. Делаем все детальки. Сколько будет цветов и листиков, это на ваше усмотрение. Возьмем бисер. Я беру белый. И возьму вот такой клей. Клеймастер, водо- и морозостойкий. Возьмем проволоку. Это вязальная проволока. Я не знаю, какой у нее диаметр. Она применяется в строительстве для связки фундамента. Покупала в строительном магазине. Опускаю проволоку в клей. И обмакиваю в бисер. Все хорошо прижмем и дадим высохнуть. Вот что получится.
Это будет соцветие на нас, на наш цветочек. Вот так. Сантиметров 5-6 длиной. Делаем. Высох наш бисер. Берем цветок. Продеваем. Ножка согнутая. Одеваем ее на проволоку. По проволоке. Берем ленту из пластиковой бутылки. И будем обматывать нашу ножку вместе с проволокой. Все будем хорошо обматывать и хорошо будем обжигать. Будем обжигать и докручивать ножку до конца. Доматываем. Так, обмотали ножки наших цветочков. У меня их будет 5 штук. Стебельки будут разной длины. 2 цветочка я оставлю с белым соцветием. 3 цветочка покрашу. Сначала белое, потом желтое. Вот такие цветочки получатся. Также сделали листики. У меня их будет 6 штук. 3 маленьких. И 3 больших. Теперь я их посажу в гипс. Ну вот, друзья, посадила свой цветочек в горшочек. Вот такой цветок анторим получился. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч!